Здравствуйте, я Евгений Иванов, и это «Цена вопроса». Игра для тех, кто знает цену вещам и считает шоппинг приятным развлечением. Напомню правила игры. Я представляю товар, а вы определяете его стоимость и отправляете смс на номер 8-99-22-22-88-33. Кто даст правильный ответ или наиболее близкий к правильному варианту, становится победителем и получает приз. А теперь увидим победителей прошлой программы. Следующий приз предоставила компания «Камень Элит». Геологов 29/2. Сегодня многие стараются творчески подойти к вопросам благоустройства своего жилья. Тем более в последнее время появляется все больше новых материалов, которые помогают воплотить необычные идеи. Один из них – искусственный акриловый камень. Он изготавливается на основе натуральных компонентов – акриловой смолы, минеральной крошки и цветовых пигментов. По сравнению с природным камнем, искусственный имеет множество преимуществ. Во-первых, у него идеально гладкая поверхность и однородная структура. Благодаря этому акриловый камень не впитывает воду, на нем не остается пятен от красящих продуктов, а отсутствие пор исключает размножение вредоносных бактерий и плесени. Вот почему акрил стал очень популярным материалом для изготовления кухонных столешниц. Еще один весомый плюс – это прочность и долговечность. Искусственный камень практически невозможно поцарапать, он устойчив к ударам. Если на столешницу случайно упадет тяжелый предмет, она не расколется и не пойдет трещинами. И стирание акрилу тоже не грозит. После многих лет использования он сохраняет первоначальный вид. Даже если на поверхности появились царапины или другие повреждения, их можно удалить шлифовкой. Достаточно вызвать мастера, и она опять станет как новенькая. Благодаря наличию в составе акриловой смолы искусственный камень очень пластичный, поэтому иногда его еще называют гибким камнем. Он легко обрабатывается, это позволяет создавать любые формы с идеальным качеством поверхности. Например, можно соединить в одно целое столешницу и мойку. Таким образом, будет не только красиво, но и гигиенично, поскольку будут отсутствовать соединительные швы. Также можно соединить рабочую поверхность стола, мойку и барную стойку. Простор для дизайнерских решений огромный. Акриловый камень универсален в применении. Из него изготавливают столешницы, кухонные фартуки, подоконники, стойки ресепшена, лестницы и ванны. Многообразие цветов тоже впечатляет. Акрил может имитировать природный камень, мрамор или гранит. Такие цветовые решения хорошо впишутся в классический интерьер. А для интерьера в современном или этническом стиле можно выбрать яркие, необычные цвета. А приз – это кухонный набор из искусственного камня. Вам лишь нужно назвать точную стоимость стеновой панели со столешницей. Отправляйте СМС, время пошло! Поскольку изделия из искусственного камня просты в уходе и имеют идеальные гигиенические характеристики, их часто используют в оформлении коммерческих помещений – ресторанов, кафе, отелей, банков, салонов красоты. Область применения практически не ограничена. Часто листовой акриловый камень путают с другим материалом, так называемым заливным или жидким камнем, который напыляется на ДСП и имеет минимальную толщину в 3-4 мм. У столешниц, изготовленных таким образом, другая износостойкость. Подложкой для листового камня служит специальная влагостойкая фанера. А его прочность и долговечность зависят в первую очередь от толщины. Оптимальная толщина акрилового листа – 12 мм. Если она меньше, то такой материал рекомендуется использовать только для декоративной отделки. Например, стеновых панелей. Итак, время вышло. Стоимость стеновой панели со столешницей – 51 тысяча рублей. А мы благодарим за предоставленный приз компанию «Камень Элит». Геологов 29/2. Следующий приз предоставил магазин «Спорт Миссия». Гостиный двор, третий этаж, Комсомольский проспект, 54.
Кроссовки давно перестали быть исключительно спортивным атрибутом. Их носят все без исключения, даже те, кто далек от спорта. А все потому, что они удобны и уместны в любой ситуации. На работе, на учебе, на прогулке и на свидании. Но в первую очередь кроссовки все-таки предназначены для занятий спортом. Особенно придирчиво к их выбору относятся поклонники легкой атлетики. Разве можно найти более удобную обувь для бега и прыжков? Что нужно учитывать при выборе кроссовок? Во-первых, строение свода стопы. От ее правильной постановки во время бега напрямую зависит здоровье спортсмена. Во время интенсивного движения ступни, колени и спина принимают на себя колоссальную нагрузку. Ее необходимо правильно распределить и смягчить. Вот почему так важна хорошая амортизация, которая обеспечивает только качественная индивидуально подобранная обувь. Также кроссовки должны быть легкими и дышащими. От этого зависит комфорт во время занятий. В идеале бегун вообще не должен их чувствовать, поэтому производители стремятся сделать такую обувь максимально невесомой. Еще один важный момент – цель применения кроссовок. Универсальные тренировочные модели могут использоваться для регулярных пробежек на длинные дистанции. Они удобны и для повседневного применения, длительных прогулок по городу, загородных поездок. Марафонки и полумарафонки рекомендуются для темповых тренировок и для соревнований. В специализированных магазинах спортивной экипировки обувь подбирают с учетом всех особенностей человека и его физической подготовки. Найти подходящую пару могут профессионалы и любители. А для чего на подошве шипы? Ну, явно не для красоты. Они нужны для надежного сцепления с поверхностью и амортизации ударов при беге и прыжках. При выборе легкоатлетических шиповок необходимо ориентироваться прежде всего на тот вид спорта, для которого они предназначаются. Правильно подобранная профессиональная обувь позволит не только бить рекорды, но и сведет к минимуму риск получения травмы. Если растяжений и ушибов избежать не удалось, на помощь приходит кинезиотейп. Это эластичная лента для поддержки мышц и сухожилий. Она значительно снижает болевые ощущения при растяжении суставов и улучшает кровообращение в поврежденной зоне. Накладывается в два счета. Не мешает движениям. Спортсмен может тренироваться в привычном режиме. Сертификат на сумму 2000 рублей получит тот, кто первым назовет точную стоимость этих кроссовок. Отправляйте СМС. Время пошло. Современная спортивная медицина имеет в своем арсенале множество средств, которые помогают эффективно тренироваться и восстанавливаться после травм. При болях в мышцах и суставах спортсмены применяют специальные гели, обезболивающие и восстанавливающие. Ускорить процесс восстановления поврежденных мышц помогают миостимуляторы, которые воздействуют на мышцы посредством электрических импульсов. Физиотерапия на дому очень удобна. Каждый спортсмен мечтает стать чемпионом. Прокачать свою силу и ловкость помогают тренажеры нового поколения. Они занимают минимум места и предназначены для интенсивных индивидуальных занятий в домашних условиях. Можно, например, отрабатывать боксерские удары или качать мышцы ног с помощью специальных эспандеров для высоких прыжков. Итак, время вышло. Стоимость этих кроссовок 4390 рублей. А мы благодарим за предоставленный приз магазин «Спортмиссия», гостиный двор, третий этаж, Компрос 54.